Кто идет не трудой, чтобы землю спасти, кто готов все отдать, через боль пройти. Это мы, как звезда, что над миром блестит. Всю ночь прогоним зло. Лиока. Ну как там скаты? Как дела? Кажется, кто-то вылупляется. А судя по размеру гнезда, малыши будут крупненькие. Так, достаточно, Элита. Еще немножко, Джереми. К нам еще ни разу не попадало столько данных. Передай мне управление. Элита, не хотелось бы тебя торопить, но... Джереми, они здесь. Понял, забирай управление. Три машины сейчас будут. Хороши, да? Как ты думаешь, какого они пола? С таким характером точно девчонки. Смотри, я докажу, что вот этот парень. Джереми, мне обязательно это слушать. Извини, Юми, друзей не всегда выбирают, но туннель скоро откроется. Туннель открылся. Следите, чтобы скаты не залетели туда. Джереми. Отлично. Я запустил программу анализа данных. Круто. А что это такое? С помощью всех найденных данных у меня будут неплохие шансы найти антивирус. Значит, скоро мы уже вырубим этот суперкалькулятор. Именно. И если получится, Аэлита больше не будет привязана к Зене ужасным вирусом. О, черт, а что нам делать в свободное время, если мир спасать уже не надо? Можешь немного поучиться и узнать что-то новое. 3 часа ночи! Ребята, пора расходиться, пока нас не поймали. Спокойной ночи. Уже скорее утро. Джереми. Ты что, и правда думаешь, что расчеты оправдаются? Ничего нельзя знать наверняка, но думаю, да. Неужели я буду настоящей? Для меня ты настоящая. Уже. Серьезно. А для всех прочих ты Аэлита Стоунс, кузина Ода. Ты сам знаешь, что это не так. Знаешь, ложь, в которую верят все, перестает быть ложью. Не бойся, Аэлита, завтра будет великий день, поверь мне. Доброй ночи. Доброй ночи, Джереми. На этот раз поймала! Уже вторник! Нет, вы не спите, по крайней мере, уже не спите. Сейчас 7 утра, вы слушаете радио Sky. Посмотрите в окно, солнце светит, птички поют, а я продолжаю болтать, 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 чтобы вы не заснули снова, дорогие лежебоки. Сегодня великий день, ведь он начинается с новейшего кита Subsonics. Прошу. С
Скажи мне, пожалуйста, что девочка в твоем возрасте может делать настолько поздно вечером? Здесь замешан какой-то парень, так? Но не могла же я им сказать, что тут замешаны сразу три парня. Они бы перепугались. Почему бы тебе не сочинить что-нибудь, вот как я для своих предков? Надоело врать. Я привыкла все им рассказывать. Так было всегда. Не волнуйся, Юми. Уже скоро не нужно будет врать. Выше нос. Сегодня великий день. Так сказали по радио. Что-то Джереми сегодня слишком довольный. Ненадолго. Эй! А? Джереми, не мог бы ты это послушать? Увидишь, там не только музыка. Диалог очень интересный. Она записала наш разговор. Но что конкретно она хочет? Естественно, она хочет к нам в группу. И чтобы мы ей все объяснили, а та, да я. Иначе она возьмет и расскажет все своему отцу. Такого даже я не ожидал. Прошу прощения, вы не возражаете, если я проведу урок? Конечно, мэм, это все-таки ваша работа. Да, и в мои обязанности входит опрос. Назовите, пожалуйста, малярную массу кислорода. 32 грамма на моль. А принцип фотосинтеза? Это, то есть... Синтез кислорода в растениях за счет солнечного света и хлорофилла. Хорошо, теперь простой вопрос. Кто из учащихся выпускного класса хуже всех знает биологию, но тем не менее имеет наглость не слушать мои объяснения? Я, миссис Херц. Браво, отлично. Вот видишь, вот можешь, если захочешь. Но в любом случае нельзя, чтобы Сиси рассказала отцу. Не бойся, Джереми. У меня есть идея. Я так рада, что ты наконец проведешь для меня урок пинчаркилат. Пинчаксилат. Неважно. Интересно, что заставило тебя так внезапно передумать? Этот? Ага. А вы не это ищете случайно? Это основная ланка. Ее надо обязательно выучить. Ты была права, как обычно. Они искали мини-диск. О, боже, джентльмены! Вы решили, что самые умные? Плохо вы меня знаете. Ну, теперь вам пора признаться. Расскажите мне все, чем вы занимались все это время. Что за секретность? О, так вы не скажете? Вот значит как. Ну что ж, вы напросились, я включу эту запись своему папе. Вторник. Вторник. Нет, вы не спите, по крайней мере, уже не спите. Сейчас 7 утра, вы слушаете радио Sky. Посмотрите в окно, солнце светит, птички поют. Новый хит Самсон. Привет, пап. Юми, есть разговор. Да, я знаю, что ты скажешь. Ты абсолютно прав. Да, мне стыдно. Юми! Но я не программировал возвращение. Как тогда объяснить, что сегодня опять вторник? Странно. Пойдем после биологии на фабрику разбираться. По крайней мере, у нас появился еще один шанс избавиться от Сиси. Сиси, как я рад тебя видеть. Что? Ты рад? Но я хотела поговорить с Джереми. Это подождет. Я давно хочу кое-что у тебя спросить, но просто я не мог решиться, и я... Ты? Ты хотел... Не хочешь ли ты изучать вместе со мной пинчаксилат? Ой, да! Если не затруднит, назовите, пожалуйста, малярную массу кислорода. 32 грамма на моль, мэм. Верно, конечно. Хорошо, вот. А теперь объясните мне, пожалуйста, принцип фотосинтеза. Конечно, мэм. Это образование кислорода в растениях за счет хлорофилла и солнечного света. Вот, это правда ты? Или все же это твой клон? Нет, мэм, я. А что-то не так? Нет. Нет, продолжаем урок. Ого, а хорошо учиться, это так круто. Хорошо, ты быстро учишься. Ты думаешь? Классно. Сиси, можно поговорить с тобой как с другом? Что-что? Как с кем? Как с другом. Видишь ли,
Я волнуюсь за Джереми и Аэлиту. Знаю, ты будешь смеяться, но... Я? Почему? Но, видишь ли, они совсем запутались. Почему-то они считают себя виртуальными существами. Это как? Думаешь, мы будем проживать этот день снова и снова? Сначала надо выделить программу, которая переносит во времени, и разобраться с ней. Может быть, это Зена? Сейчас узнаем. От, скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Готовлюсь к урокам. А разве ты не этого хотела? Смотри! Возвращением в прошлое теперь управляет Зена. Но как? Я думаю, использую файлы, которые мы добыли в секторе 5. Это была ловушка. Но зачем ему это? Не просто же так. Не знаю. В любом случае, сейчас опять... Через пару минут мы перенесемся в прошлое. Сейчас проверю, нет ли активированных башен. Неужели я скоро стану настоящей? Все намного хуже, чем я думал. Они совсем докатились. Это ужас! Это хуже, они просто безумны. Башня активирована! Зена атаковал! Но как именно? Еще не знаю, но готовьтесь к худшему. Он не просто так захватил управление временем. Внимание! Начинается! Уже в то... Новейшим хитом Subsonic. Привет, пап. Юми! Поразительно, но растения используют солнечную энергию, чтобы превратить углекислый газ в воду и в глюкозу, а взамен выделяют кислород. Вот, если ты продолжишь в том же духе, я буду не нужна. Ну, конечно, я не знаю столько, сколько вы, миссис Херц. Я уже сомневаюсь. Вот черт, придется начинать с Сиси все с самого начала. Даже не думай, Ульрих, ты слишком нужен остальным в Лёка, чтобы деактивировать башню. Но... А как же Сиси? Что-нибудь придумаем. Договорились. Вряд ли я смогу быть таким же разумным, как вчера. Не как От. Юми. Трансфер Юми. Трансфер Аэлита. Сканер Юми. Сканер Аэлита. Виртуализация. Леди. Активированная башня на втором плато к северу. Мне жаль, но транспорт я не подгружу. У моей системы не хватает сейчас на это памяти. Не вопрос. Как в старые добрые времена. Но пойдемте. Удачи! А я попробую перехватить управление временем. Как-то тихо. Даже слишком, пожалуй. Не умеешь ты наслаждаться моментом, Ульрих. Еще как умею. Джереми, Зена насылает монстров. Я вижу. Разбивайте их стаю. Это их ослабит. От, веди Аэлиту к башне. Мы с Ульрихом разберемся с монстрами. Сейчас прыгайте вправо. Там должна быть дорожка, которая приведет к башне. Посадочная площадка есть? Ну, вероятно, да. Это радует. Вот они. Готово? Суперспринт! Это очень полезный приборчик. Папа, дело не в нем! Ты это слышал? Да, это правда странно. Я позвоню родителям Дела Робби, чтобы разобраться. Хороший прыжок, но обошелся в 20 очков каждому. Того стоило. Мы видим башню. Ага.
шершни летят к Элите и Оду. Понял. Од, к вам гости. Встречайте трех шершней. Од, слушай. А? Прячься, я разберусь. Од, поторопись. Зена опять переводит время назад. Суперспринт! Получайте! Ага! Отлично! Если бы я успел найти решение! Ничего, Джереми, будет новый день. Итак, мадам, вы никогда не слышали об этой девушке, якобы кузине вашего сына? Нет, уверяю вас. Простите, что побеспокоил. Уже вторник. Нет, вы не спите. По крайней мере, уже не спите. Сейчас 7 утра. О нет, не может быть. Алита осталась в Лиоко. Нам нужно на фабрику. Быстро. Бегите, встретимся там. Сиси, я знаю, что ты хочешь сказать, но времени нет. А ну, стой! О! А Элита? Ну где же вы все? Вы так нужны мне. Мы ждем Джереми. Без него мы ничего не сможем. Оставьте сообщение, я перезвоню. Он не отвечает. Ладно, найдем. Сиси, это не ты. Тобой управляет Зена. Не смей подчиняться. Мне невероятно хорошо. Нет! Тащи болвана в тихое место. Юми, шершни. Аэлита, Аэлита. Отлично, здесь никто не будет искать. Но Си-Си, в чем дело? Ты! Молчать! А? Вот, Ульрих, назад! Си-Си захвачена Зеной! Ничего не вижу. Я тоже! Лучше пойдем отсюда скорее! Я справлюсь. Точно? Идите, ну же! Удачи! Как Зена стал проникать в сознание? Похоже, он стал намного сильнее. Блестящий ответ. Но как? Все из-за скачков времени. Думаешь? Уверен. Суперкалькулятор – это квантовый компьютер, который работает за счет кьюбайтов. Добавляешь кьюбайт, его сила удваивается. Думаю, он... Джереми, а можно нормальным языком? Ну, суперкалькулятор очень мощный, ему это по силам. Дефоза!
наконец-то. А Элита в беде. Зена опять переводит время. Возможно, придется начинать заново. Не хотелось бы, Джереми. А Элита, ты цела? Да. Нужно попасть в эту чертову башню. Она далеко. Вот, наверное, нужный код. У нас одна попытка. Я прикрою. Должно сработать. Не верится! Получилось! Я остановлю скачки во времени! Ничего не помнит. Как будто ничего не было. Повезло. Миссис Херц в наказание за прогул задерживает нас всех на 4 часа. Если бы нам задали выучить про фотосинтез, у меня была бы единственная хорошая оценка за всю мою школьную жизнь. Но теперь мы знаем, что Зена может подчинять людей. И что перемещение во времени делает его сильнее. Нужна предельная осторожность. Следующий раунд будет куда тяжелее.